Есть женщины в русских селениях с спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пора идет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет. Но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет, цветет. Красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красиво, во всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпеливо, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. Платок у ней на ухо сбился, того гляди, косы падут. Какой-то парнёк изловчился и кверху подбросил их, шут. Тяжелые русые косы упали на смуглую грудь, покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парня сердито глядит. Лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделье, зато вам ее не узнать, как сгонит улыбка веселья с лица трудовую печать. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой за деньги не купишь. Утеха! Твердят мужики меж собой. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Красивые ровные зубы, что крупные перны у ней, но строго румяные губы хранят их красу от людей. Она улыбается редко, ей некогда лясы точить. У ней не решится соседка ухвата, горшка попросить. Не жалок ей нищий убогий, вольно ж без работы гулять. Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать. Мне ясно и крепко сознание, что все их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние, семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровые и сытые ребята, на праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне, пред всею семьей впереди. Сидит, как на стуле двухлетний ребенок у ней на груди. Редком шестилетнего сына нарядная матка ведет. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ.